отрывной календарь. 1977 год. Монумент космонавтики высотой в 50 метров собираются воздвигать в парке на островке посреди озера. В подводной части монумента будет располагаться музей покорителей космоса. Ночью стела будет подсвечиваться мощными прожекторами. Новому проекту скульптора Досмагомбетова и архитекторов Валиханова и Койнарбаева дана высокая оценка партийных и советских работников области. В скором времени должно начаться строительство.